пошел в обводку. Выбили шайбу в самый последний момент у Станислава Чистова. Классный розыгрыш в исполнении минчан. Бросок и шайба в воротах. Александр Китаров выводит Минск вперед в концовке третьего периода. Радуется, как радуется Алексей Калюжный, да и вся скамейка минского «Динамо». Ну и трибуны, конечно же, тоже. Гарнет выкатился, Гарнет сократил угол обстрела, но что он мог поделать в этой ситуации? Великолепное попадание в исполнении Китарова.